Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Готовим очень вкусное блюдо из куриной грудки и кабачка. Я буду готовить на небольшую порцию, вы можете смело увеличивать количество продуктов. А продукты, как всегда, самые-самые простые. Потребуется немного вашего времени, хорошее настроение, и мы приступаем. Для начала из куриной грудки нам нужно приготовить фарш. Можно прокрутить через мясорубку, можно, в принципе, мелко-мелко так нарезать, как бы сделать такое рубленное мясо. Но я пропущу через чашу блендера, поэтому нарезаю небольшими кусками, отправляю куриное мясо в чашу блендера и чуть-чуть его прокручу. Так как у меня все же такое небольшое количество, то пачкать, в принципе, мясорубку нецелесообразно. Оно все перекрутится здесь и так. Измельчаем. И вот я перебила курицу как бы не в такую сильную кашу, а такими пульсирующими движениями, да, пульсирующими нажатиями. Сделала как бы такое рубленое мясо. Быстро, просто и, в принципе, не нужно ножом долго возиться. Следом добавляю сюда тертый кабачок. Прям вот так тру на терке. Сюда же добавляю измельченный чеснок, у меня 3 зубчика. Свежий измельченный укроп, по вкусу можно добавить другую зелень. Одно яйцо, примерно где-то 50 грамм тертого сыра и пару столовых ложек манки. По вкусу соль, черный молотый перец. И все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Оставляю буквально минут на 5, не дольше, чтобы манка разбухла. Все постояло. Вот так вот еще раз перемешаю. Как можно заметить, посмотрите, я ничего не сливала. Кабачок водой не отошел. Поэтому не нужно отжимать кабачок. Вот это куриное филе грудки, оно все в себя впитает. Далее можно, в принципе, слепить котлеты руками, но мы пойдем простым способом. Я буду прям в разогретую сковородку с маслом выкладывать вот так по одной столовой ложке. И вот так вот обжариваю с двух сторон. Просто выложила ложкой на сковородку. Переворачиваются очень хорошо. Переворачиваю, обжариваю на другой стороне. Аромат стоит просто восхитительный. Попробуйте. Я очень надеюсь, вам понравится. Так вам понравится, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Не пропускайте простые, доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо. До свидания и пока-пока. Начинаем.